17:45 в дежурную часть поступило сообщение о возгорании и задымлении жилого дома по адресу улица Горького, 22. Специалисты двух подразделений выехали на место. На место приехала и бригада скорой помощи. В пожарной службе сообщили, возгорание произошло на первом этаже в сауне на площади 10 квадратных метров. Хотя в этот день сауна не работала. Одна из предполагаемых причин возгорания – поджог. 6 человек вывели из здания на время работы пожарных. Жертв нет.